193, Рено, светлый. Судебный пристав и пристав дорожный в потоке машин нашли неплательщика, а выше по улице водители уже встречают второй экипаж. Правоохранители вышли в рейд 7:30 утра и к обеду повстречали пятерых должников. Выбрали для отлова неплательщиков улицу Шевченко. Долги по кредитам, алиментам, коммунальным услугам, штрафам ГИБДД и другие. Тема для Альметьевска актуальная. Их количество уже давно измеряется десятками тысяч, а сумма общей задолженности сопоставима с годовым бюджетом всего района. У нас сейчас на исполнении было порядка 66 тысяч исполнительных производств. Благодаря мерам судебных приставов исполнителя мы приняли и окончили порядка 15 тысяч исполнительных производств. Около 50 с небольшим исполнительных производств у нас продолжают быть на исполнении. Если говорить по категориям, то, конечно же, самая большая категория – это у нас кредитные обязательства. У каждого судебного пристава своя личная статистика по каждой из категорий. Но все сходятся во мнении, что когда неплательщик сталкивается с живым напоминанием, мотивация расквитаться с долгами повышается. Бывают случаи, когда должники оплачивают прямо на месте через онлайн, либо мы им скидываем платежное поручение на оплату задолженности, либо они заходят на госуслуги, погашают задолженность и уезжают. Если водитель-неплательщик окажется особой злостности, то рискует продолжить свой путь уже должником-пешеходом. В этом рейде ни один автомобиль на штрафстоянку не отправился.